Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube канале. Сегодня я решил залететь на гагдропчик, у меня на балике 15 тысяч 3 рубля. В прошлом видосе мы, к сожалению, весь баланс просрали, у нас было на балике 80 тысяч, но череда неудачных кейсов. Плюс я еще к этому всему начал сильно рисковать, короче, слили мы весь баланс в основном из-за моих ошибок, потому что я слишком сильно рисковал. Надеюсь, сегодня мне гагдропчик планируют выдавать куда лучше. Полетели со старта, воин дракона 5 штук на 10 тысяч рублей. Я, конечно, опять немножечко рискую в начале, даже ни хрена не немножечко, но самое главное... Главное, что воин дракона меня со старта видоса хорошо окупает. И мы в начале ролика поднимаем плюс 3000 рублей к балансу. А самое главное, это как раз начать видос в плюсе. Ибо как ролик начнешь, так и вы закончишь. Вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. А депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также, напоминаю, за каждый из депозитный рубль вам дают один дракоин. Вы можете вот сюда вот зайти к акциям, зайти в режим полета к золоту. Вот здесь покупайте вот так вот яйца драконов. У вас дракон будет лететь определенное расстояние. И если он у вас падает на вот этих вот остановках, то вы лутаете жесткие скинчики. Ну, то есть там есть вероятность забрать ножики, перчатки. Мы даже пару раз забирали калаши по 20 тысяч рублей. Если дракон падает между остановками, то вам дают просто утешительный приз. И обычно, ну да, это ничего жесткого вам уже не упадет. Так, а у нас сейчас еще 8 тысяч драконов, то мы еще одно яйцо покупаем также за 7 тысяч. Можно ты сейчас пролетишь, ну хотя бы 6, не, ну сейчас опять хреново полетел. Но я понимаю, что до остановки мы точно бы не долетели за 2 яйца, но пробить хотя бы 60 тысяч метров, ну, можно было бы. Но тут вообще ни о чем. Ладно, и отсюда нам сейчас падает, ну, 215 рублей, так себе. Еще у них есть режим драконы против викингов, вы можете выбрать одну из сторон, выбрали сторону, открывайте кейсы, вам за это падают поинты, а чья сторона соберет больше поинтов, те выигрывают и лутают скинчики. Также у них есть барабан и бонусы, то есть халявы на сайте много. Ладно, мы дальше полетели открывать кейсы, я сейчас хочу пройтись по новым кейсам. Давайте фонг, 3 штучки на 6 тысяч рублей. Немножко, конечно, опять сильно рискую, но просто мне кажется, что новые кейсы мне сегодня должны повыдавать, потому что, ну, в прошлом ролике они выдали хреново, а кейсы новые, и когда их только добавляют на любой сайт, любые новые кейсы, они обычно вначале, сука, должны хорошо купать, чтобы людей завлечь в кейс, но почему-то мне падает одно говно. Еще 3 кейса фонг, также на 6 тысяч рублей. Первое, хорошо, 5500, второе, 2200, последнее тоже хорошо, ну ладно. Сейчас все-таки выдал, причем прям хорошо выдал, на балике почти 20 тысяч. Давайте гидра, 5 штук на 6 тысяч рублей. В идеале бы 20-ку пробить, и было бы очень-очень приятно, но падает... Нет, цвета прибоет, хорошо, кстати. Не, падает вроде нормально, это будет плюс, я же прав. Да, падает 7016 рублей, и мы как раз пробиваем 20 тысяч рублей на балансе, отлично. Сейчас можно попробовать магический, давайте посмотрим, как вообще сегодня мистери кейсы планируют выдавать. 1250 это говно, еще один открываем, maybe со второй попыточки. 800 рублей, а может быть пора бы выдавать что-то жесткое, но 3400, первый плюс. Но надо жестче, но мы пока в минусах с этого, ну иди ты нахрен. Так, у меня тут еще 170 рублей валяется. Давайте один апгрейдик на 2000 рублей, чтобы хотя бы часть того, что мы просрали в кейс магическом, откомбечить. Но, кстати, на удивление, мы этот апгрейдик выигрываем. Отлично, все продаем на балике 16 тысяч рублей. Так, по бесплаткам, но мы еще даже платиновый не открыли, нам еще долго. Давайте пальма, 2 штуки на 6 тысяч рублей. Пожалуйста, родной, можно что-то мощное первое? Ну, нормально, 4 тысячи, второе 1100. Ну, к сожалению, это минус, то еще 2 штуки. Давай, ну я тебя прошу, ну дай что-то мощное, ну ты сука. Ну, хотя бы удар кобры выпал, отлично, 5500, еще 2. Можно 2 жестких скина, которые меня хорошо купят. Первое, нормально, второе, говно. Но, да, ну 6 тонн, ну мы пока вокруг да около крутимся, то есть не сливаемся особо в этом кейсе, но и в плюс явно не выходим. То же самое, ну хотя сейчас в плюс вышли, отлично, еще 2. Давай, давай, так, первое можно также, ну ладно, юмпик. Хороший, 9100, отлично. Глок, я думал, ну еще бы глок стоил бы 2600, было бы хорошо. Но в любом случае нам упал жесткий юмпик и на балике уже 21412 рублей. Давайте еще раз воин дракона, 5 штук на 10 тысяч. Можно еще разочка купишь, и я тебя сегодня уже, наверное, открывать не буду, отлично. Он мне выдает супер хороший окуп, по идее на 1005 по-любому. Даже на 8 тысяч рублей он мне выдает окуп, и на балике уже 30 кусков. А мы при этом еще даже не открывали ни одной бесплатки. Отлично, давайте сейчас попробуем Муай, 5 штук на 10 тысяч. Можно ты мне тоже выдашь хорошо по-братски? Первое, ну нормально, это в нуле. Второе, тоже более-менее, третье, хорошо. Четвертое и пятое, вообще отлично.
Так, 15 тысяч на балике, 35 кусков. Давайте еще 3 кейсика. И у нас, по идее, откроются все бесплатки. Но еще бас кейсиков забрать что-нибудь жесткое было бы очень приятно. Второе хорошо, последнее тоже говно. Но 4 500 на балике, 33 куска. Но мы при этом открыли все бесплатки. Если что, пацаны, бесплатные кейсы тут открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. И можно мне с элитного упадет. Ну да, фама с механа пушка. Ну как будто это прям супер хреново, сколько ты стоишь. Ну 200, в принципе, на халяву приятно. Но элитные в среднем выдают от 4 до 5 тысяч. То есть, ну, для элитного это слабовато. А платиновый тоже не особо выдает. Но я думаю, надо сегодня пробивать 1040 рублей на балансе. Я бы, наверное, на этой ноте бы заканчивал ролик. Это мы за один видос поднимем плюс 25 кусков. На самом деле, очень даже солидный результат будет. То давайте сейчас бронзовый, каменный, ржавый откроем последние 3 кейсика. И уже перейдем в какие-нибудь платные кейсы. Поднимем плюс 2000 еще к балику. Кстати, хорошо. А, нет, это говно. И будем заканчивать видос. Последний ржавый, и нам отсюда падает МАК-10 океанские мотивы. Так, сейчас давайте откроем что-нибудь из раздела VIP Colors. Я хочу открыть один желтый за 6666 рублей. А в прошлом видосе я весь баланс слил чисто из-за этого кейса, но надеюсь, сегодня мне этот кейс будет выдавать. Золотая спираль, можно прямо с завода, пожалуйста. Ну, 6300, еще один. Давай, вторая попытка. Пожалуйста, можно со второй попытки ты выдашь что-нибудь мощное? Пожалуйста, дань уважения. Сука, ну почему не Dragon Lore? Ну вот чуть-чуть бы левее, был бы Dragon Lore, 5600. Ладно, на балике 36 тысяч рублей. Давайте, знаете, что попробуем тогда? All-in кейсы. А, в прошлом видосе мы открывали GG Delore, насколько я помню. Да, но можно еще GG Медузу открыть. А я понимаю, Медузу маленький шанс выбить. Я, конечно, хотел бы ее выбить, но я понимаю, что шанс маленький. Но скоростной зверь выбить тоже было бы классно. Причем 5 раз подряд. Мы бы тогда хорошо купились. Первое говно, второе говно. Так, ну скоростной зверь один раз упал, еще разочек упал. Но это будет маленький минус. Давайте, еще 5 штук. Но я все-таки надеюсь хоть когда-нибудь отсюда выбить Медузу. Пожалуйста. Так, скоростной 2200. Говнище, сука, Медуза. Вот прям, ну они так близко летят, но не падают. В любом случае, мне 4 раза упала ОП скоростной зверь и хорошего качества. На балике 42 тысячи рублей. И вот на этой прекрасной ноте, когда мы за один видос почти подняли плюс 30 тысяч рублей к балансу, я считаю, можно заканчивать этот ролик. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагадропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про драконы, режим драконы против викингов, барабан, бонсы, короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем писать какой-либо комментарий. Всем удачи, всех люблю.